Добрый день, меня зовут Роман Бучеменский. Я специалист по холистической медицине и классический гомеопат. Сегодня я расскажу вам о практически новом методе лечения. Ему всего лишь 20-30 лет. Но если его рассмотреть более пристально, ему намного больше лет. Давайте по порядку. Когда-то люди лечили себя, восстанавливая ритмы, входя в резонанс с природой. Потом начался процесс специализации. Вы знаете, что сейчас в современной медицине есть специалисты, которые рассматривают проблемы не только разных систем и органов, но и даже тканей. Недавно начался процесс, после того, как дошли до клеточек, до ядер, до ДНК, заглянули внутрь клетки, и мы понимаем, что дальше искать, собственно, по-крупному нечего для того, чтобы помогать человеку. А расщепили человека на части основательно уже давно, сейчас нужно его собирать вновь. И поэтому все виды медицины, которые направлены на лечение клетки, или ткани, или органа, или системы, обретают все больше и больше смысл, особенно в наши времена, когда холистическая медицина рассматривает человека уже как единое целое, как не просто цельную структуру, но еще и связанную с планетой Земля, с Солнечной системой и вообще со всей Вселенной, а может быть даже с несколькими Вселенными. И для того, чтобы лечить человека нормально сейчас, нужно учитывать все его уровни бытия. И сейчас это возможно уже во многих сферах. Один из таких видов лечения – это лечение с помощью медицинских резонансов. Эти резонансы возвращают человека в гармонию. И еще не описаны действия, не разложены по формулам акции и реакции, которые происходят при этом. Но уже есть миллионы исцелившихся благодаря этой системе. Несколько лет назад мой близкий друг доктор Гари Ван Дер Зи рассказал о своем новом проекте. Доктор Питер Чаппелл, английский врач, очень известный гомеопат, на 60-летие решил себе подарить подарок. К тому времени он лечил очень многих людей из разных стран мира. И ему захотелось нового испытания, новой задачи. В то время, 20-25 лет назад, начали свирепствовать эпидемии AIDS или СПИДа в Африке. Он уехал в Аддис-Абебу, в Эфиопию, и там решил обычными способами помогать во время этих эпидемий. У него не совсем это получилось. Я должен отметить, что доктор Питер Чаппелл, очень известный к тому времени гомеопат, обратился к гомеопатическому сообществу с просьбой ему помочь. Были предложены различные варианты, но никакие из них не давали хороших результатов. И вот в один из дней он открыл новый метод, который и был назван, собственно, методом Питера Чаппелла. Этот метод помогает человеку восстанавливать свою связь с природой с помощью резонансов. Получились замечательные результаты
И когда он написал о этих результатах доктору Гарри Ван дер Зи из Голландии, который к тому времени был главным редактором самого большого к тому времени гомеопатического журнала «Гомеопатия Клиникс», Ари не поверил, приехал в Эфиопию, проверил, что это работает, вернулся обратно в Голландию, закрыл клинику, открыл фонд, основал фонд АМА и уехал в Африку работать вместе с Питером Чаплом. С тех пор прошло более 20 лет. Эти технологии каждый раз обновлялись. И в какой-то момент появились те нынешние резонансы, о которых мы будем говорить на этой страничке. Более подробно вы можете посмотреть на сайтах ассоциации и сайте института Source Medicine Питера Чаппелла, о чем идет речь. А пока приглашаю вас в эту удивительную тему медицинских резонансов и что они могут предложить человечеству, особенно сейчас, когда все системы, включая системы здравоохранения, валятся по всему миру. Я надеюсь, что это видео будет полезным вам. До скорых встреч. Всего доброго.